министра иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы самолета международных авиалиний Украины под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса, возникшего из-за авантюрных действий США. Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии. Самолет международных авиалиний Украины под Тегераном был сбит ПВО Ирана по ошибке. Это подтвердил Генеральный штаб в воскресенье страны, говорится в заявлении, распространенном агентством ИСНА. Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан, говорится в заявлении. Отмечается, что во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса Стражи Исламской Революции, элитной части Воскресения Ирана, и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект. В заявлении говорится о том, что через несколько часов после ракетных ударов, Воскресение Ирана по военным базам США в Ираке, значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов. Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны, подчеркивается в сообщении.